Всех приветствую. Сейчас на рынке довольно интересно все происходит. Как видите, акции слили, даже не дали отскока, это немножко меняет. Ну, в лучшую сторону, кстати, прогноз, поэтому я решил такое видео сделать, чтобы вас предупредить в том плане, что есть такой вариант по акциям, что это просто была коррекция, она вроде как почти завершена. То есть суть в том, что может быть еще даже исходит чуть пониже, вот вообще вот здесь вот хорошо бы зацепить вот это дело, что-нибудь вот такое вот. Но суть в том, что когда это все завершится, то это просто идет коррекция. И каждый что означает? Вот туда. И на этом деле может много чего подрасти. То есть суть в том, что вот как я и говорил, что когда индекс доллара сходит вот сюда в четвертую волну, а он вроде как ее и допиливает. Но суть в том, что может быть коррекция еще выше сходит. Сейчас к этому вернемся. И после этого будет очень сильный ралли на сливе доллара и на всем остальном. А ралли где? Ну, конечно же, на акциях. То есть суть в том, что вот это надо покупать. Я говорил, здесь покупать, везде нужно покупать. Ниже, чем 31,70, оно пока не смотрится. И по NASDAQ аналогично. То есть вот она, вот эта вот штука, волна C, и вот она идет. То есть она должна быть, скажем так, соразмерна вот этому падению. То есть, ну, грубо говоря, зацепить бы вот это было бы неплохо. Но могут и не зацепить, могут просто отсюда отскочить. Поэтому вот по NASDAQ вот такой вариант вверх тоже есть. Тоже надо покупать, просто сидеть понемножку, как бы. И все, что ниже дадут, тоже скупать. Это как бы довольно надежный трейд, потому что это четвертая волна по акциям идет всего лишь, а пятой не хватает. Поэтому такая вот интересная штука. Соответственно, если мы переходим к биткоину, то что мы видим? Ну, как бы волна X была довольно маленькой. 0,5 FIBA отскочила. И вот если присмотреться, то здесь можно найти зигзаг вниз. Соответственно, шорты-то я скинул, и потому что есть такой вариант. Вот так вот раз сходить сюда, и потом раз сюда. И как раз-таки это совпадает с тем, что я вижу на остальных рынках. Есть ли вариант вверх, но пока о нем говорить не буду. Но суть в том, что вот такая вот интересная развилка на биткоине. За нее еще то, что на эфире все-таки, вот я как я и говорил, здесь прошел зигзаг. И здесь прошел такой большущий зигзаг с волной C. И вот такой вариант вполне актуален. То есть я даже могу перерисовать. То есть есть вариант, конечно, что все, конец всем рынкам, пошли мы вниз, что-нибудь такое. Но сомневаюсь в нем. Есть такой запасной вариант, что все-таки расширим эту коррекцию и будет так. То есть еще немножко оттянут это все. Конец, поэтому не советую это шортить. Но опять же, если будет отскок слабый, то вполне возможно, что что-то будет еще допиливать вниз. Опять же, это будет видно уже, наверное, завтра. А, что еще интересного? Рубль улетел, но суть в том, что ну, выше 77 пока не видится он, ну, хотя кто его знает, всякое может быть. Он сейчас вот этот хай вынесет, и на этом как бы я не советую это дело лонговать, потому что будет большая коррекция. Ну, еще раз покажу индекс доллара. Если доллар начнет укрепляться прямо на 91, то, конечно же, и рублю достанется, он на 72 уйдет. Так, что еще? Вот с золотом подтвердился вариант с падением. Ну, тут идем мы вот сюда, по идее. Но суть в том, что могут тут запутать, с учетом того, что я вижу на акциях, золото может и отсюда вверх пойти. То есть вполне возможно, что вот это была волна, которая внутри этого треугольника дорисовала просто вот так вот. Это была, это Б, вот это С. И золото можешь вот так вот сходить, волну D. Так что вот такое может быть. Это запасной вариант. Основной все-таки выбивать вот это вот дело. Но имейте в виду, что кто шортит, если вас вверх повезут, не удивляйтесь. Оно вполне возможно. И повезут вот сюда куда-нибудь на 1973 и выше. По нефти. Что такого тут не то? Но то, что вот здесь все-таки тоже как на эфире ситуация. Вполне возможно, что вот такое тоже будет. Вот я отрисовал вверх. Но что-то вот сомнение, все это вполне возможно, что еще где-то здесь повозят, попилят. Ну, как бы, поскольку я жду все-таки акции вверх, хотя бы на отскок, то вполне возможно, что мы вверх пойдем. Что по акциям там есть разные варианты, но пока что советую их покупать, скажем так. Очень неплохо они выглядят, несмотря на то, что их льют там, как унитаз. Но, тем не менее, там просто структура такая, что она выглядит очень коррекционно. Поэтому имеет смысл рискнуть. Ну, понемножку, как еще раз говорю, не нужно сильно там много заливать. Так, по Канаде, вроде как отработали мы этот вариант на рост. Куда еще это все может пойти? Ну, тут трудно сказать, но тут уже все цели, наверное, выполнены.
Может быть, будет коррекция, еще заход вверх, а может быть и сразу вниз. Вот довольно трудно это идентифицировать. Но по канате, говорю, все варианты вот сюда на дно. Поэтому, как бы, кто лонгует, ну, советую скинуть хотя бы часть лонгов. И все в таком духе. Так, что еще можно сказать? Да вроде как все. Самая главная акция с биткоином, с поосторожней шортами. И доллары лучше менять на рубли. Пока вот такой совет. Больше добавить нечего, и до завтра.